едем на речку Даугава порыбачить и поночевать в палатке, отдохнуть. Вот приехали на Даугу. Такое место красивое. Вот здесь палатка будет одна стоять, здесь вторая. Двумя семьями. Вот какой сильный дождь начался. Только приехали. И так 6 вечера уже. Выезжали, жара такая. Его, пожалуйста. Потемнело. 6 вечера. Никак не можем. Вот мы и на воде, наконец-то. Час, в общем, потеряли. Все сидим в мешках, вата. Нет, он там. Клюнули вашу рыбу. Дождь, да, немножко помешал. Ну а что, у тебя поймал что-то уже? Что? О, ничего себе. Поймал что-то. Ну, подтяни, возьми, Ариан, подтяни лодку. Возьми за веревочку за эту. Во-во-во, давай, тяни к себе. Да-д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 а. Давай-давай еще сильнее. Вон дядя поймал что-то. Сама поймал! Вот Димон заехал в магазин, как раз новый воблер купил, рапаловский. И вот поклевочка на него. Только выехал, да? 5 минут и поклевка. Ну да, сколько я вон тут поплыл. Ага. Нормально. Нормально. Ну ничего, подержу. Блин, ну сколько слизи на нем. Ну да, да. Один из куда был? Да. Блин, неудобно немножко. Опа! Я даже испугался, это я думал зацеп какой-то, а это судачок. Ну-ка засними меня. Так, сейчас мы посмотрим. О, какой красивый судачок. Так, сейчас мы... О, маленький, я смотри. Вот. Вот рыбка появилась, вот. 29 градусов вода, 30 почти, ё-моё. На воде очень хочется сильно всегда кушать, погрызть что-то, сухарики всякие, палочки. Ну, люди, свистулька. Рыбу не спустили. О, мне кажется, большая. Ну, не крупная, опять же. Сом. Вон поверх тащит, посмотрите. Надо пацанчиком брать таких рыб. Это моя любимая рыба. Карики. Сейчас все съедим, что у нас есть. Судачок еще один. Подруливать надо и тянуть. А, щучка. Давай, пацанчик. Давай я замерю ее. Так, 48 сантиметров. Но мы ее отпускаем. У нас для ухи судак есть уже. Кто хочет щуку отпустить? Нет. Как погода наладилась. Да, хорошая погода. А клев перестал. Вот сомик, почистили его только что. И у него вот в пузе раки. Мне показалось, даже живой он так как зашевелился. Вот что, один. Выкидывать или оставить? А, выкидывай, да. Вот они, раки. Ничего себе. Завтра с утра будем плавать еще, Димон. Я поплаваю. Ну и Денис, возможно, еще тоже поплавает. Пока все будут спать в палатках, мы поплаваем, половим до часики. Надо попробовать, что там у нас получилось. Мама, они разрешают. Ну, два. Ну, сейчас мы еще одного выйдем, там надо вплыть обратно.
Ну да, этот вообще хороший такой. Заклинили, мне кажется, не? Да. Да. Дяди поймали на троллинг двух сомиков. Папа ловит такой усами. С усами, да. Папа ловит маленький сомик, маленький сомик. Ну, 7 килограмм. 7 килограмм, да. Ну, четыре часа утра. Солнышко встает. Ну-ка, иди сюда, красавица. Можно что-то как бы так, да? Пробовать, да, да. А, ну да, потому что у меня мои поплывут для на плоту по гауи, бля. Я собирался с ними сначала, бля, а потом, а, это... Ну да, да. Дай-ка к тебе подплыву поближе, на. Ага. Я думаю, навряд ли что-то еще поймаю. Сейчас полчаса уже и, ну, домой, короче. Поплывешь? Да. Ну, я тоже, я плыву в сторону машины, бля.